Большегрузы не смогут передвигаться в Дагестане при температуре выше 32 градусов. Ограничение на движение в период с 15 июня до 31 августа вводит Минтранс Республики. Так, большегрузный транспорт может передвигаться по автодорогам исключительно с 22.00 до 10 часов утра. Такие меры необходимы в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, когда снижаются несущие способности дорожных одежд, пояснили в ведомстве. Отметим, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Перечень дорог с данным ограничением опубликован на сайте Минтранса Дагестана.